We wish you a Merry Christmas. Да, не ну, потому что мозаику выкладываем. Кстати, к вам вопрос вообще, почему вы не участвуете в моем конкурсе? Почему так мало народу? В моем инстаграме сейчас конкурс проходит, решила немножко его продлить, <с <с так как народу мало, там всего несколько человек, и то из моих новых подписчиков, которые вообще меня не знают. И, по-моему, только одна нюся участвует из стареньких. Вот, так что, ну-ка, быстренько все в конкурсе участвуем. Вопрос довольно-таки простой. И учитывая, что почти вы все знаете, в каких сферах я работаю, вы должны на него ответить. Да, мешки просто жуть, вообще. Ну, уже надо выходить, уже время 25 минут. Надо уже драть когти на работу. Так что вот тут будет название Инстаграма кто не знает, может быть, что у меня творческий инстаграм. Я его почти забросила, там очень редко что-то появляется, но так как конкурс, и вы можете выиграть себе подарочек, пока не знаю какой, это будет, наверное, определено, когда я уже выберу победителя. Вот, и уже не, непосредственно к нему я обращусь с этим вопросом. Что он там, хочет или может быть предложу что-то не знаю я пока еще не решил какой будет приз так что ну то что это работа творческая ручная эксклюзивная это сто пудов так что участвуйте ну что ж друзья пока у меня вот такая вот елочка да наполовину наряженная но я ее уже поставила это уже уже что-то и это у меня тянется новая гирлянда, которую я включаю вечером, когда прихожу. Она оказалась коротенькая с фикс прайсом. Вот, и я, в принципе, только вот это успе... смогла из нее сделать. Такие полосочки. Ну, не знаю, может быть, переделаю в, в снежинку, в елочку или в сердечко, пока не решила. Вот. Еще у меня игрушки тут стоят вот такие вот целый ящик вот но я поняла что я не хочу э, вешать шарики на ленточки а хочу чтобы было не видно что шарик висит на чем то хочу чтобы он парил в воздухе потому что видите у меня ветки разные они и как у сосны как у елки как совсем у елки и у голубой елки вот поэтому ветки разного формата и мне никогда не нравилось как выглядит вот это вот шарики вот эти на лентах в общем решила вешать на скрепки по старинке покажу вам, как получится. Наверное, будет сегодня вечером, не знаю. Может быть, завтра. Ну, до Нового года еще есть время. Вот, зашла, купила вина на Новый год. Так всегда в лифте снимаю. Ну, больше ведь негде. Вот, друзья, в общем, решили в этом году обойтись без шампанского. Как-то надоело. И вообще то, что у нас продают, это далеко не шампанское. Вот, в общем, взяла маме французское, белое, полусладкое. И себе взяла красное, испанское, по-моему, тоже полу... да, полусладкое. Вот, написано, что Испания, хотя стояла в разделе Италии, но оказалось испанским. Вот. По цене примерно они одинаковые. В общем, на все про все вышло около 800 рублей. Так что у нас этот год будет винным. Поскольку все равно свинину нельзя, поэтому будем есть курицу, может быть рыбу. И на удивление написано, что красное подходит под белое мясо. Вот, поэтому с курицей, мне кажется, вполне себе можно. Вот, вот такая у меня теперь гирлянда. Она почему-то всякий раз, когда ее выключаешь, она меняет режим самостоятельно. Вот, ну можно что-нибудь повеселее придумать, выбрать. Мне нравится, когда она просто мигает и все, ну либо горит, но поскольку, как выяснилось, лампочки очень сильно нагреваются, я решила ее надолго не включать. Вот она мигает, и ладно. Вот. Такие делишки. Сейчас пойду уберу, наверное, в холодильник. Не знаю, короче, куда поставить, потому что его или пока в шкафу оставлю. А что самое интересное, вот тут вот всегда пишут, так, сейчас, перед употреблением охладить до 12-14 градусов это красное. А белое нужно охладить до 10 градусов. То есть получается, что белое должно быть холоднее, чем красное. Вот так вот. Такие особенности. Ой, взяла скрепки. Сейчас буду вешать шарики, наверное. Так что скоро у меня преобразится елочка. Вот, друзья, чем я занимаюсь по вечерам, почему не высыпаюсь на этой неделе. И вообще как-то меня это затянуло. Я думала, что это ерунда. И сначала мне показалось, что это все очень просто. Туда-сюда, туда-сюда, прилепляй, прилепляй по номерам и все, по буковкам. Потом мне показалось на второй день, что это сложно. Вот, но на третий день я решила, вернее, ну как-то мне, в общем, понялось, решилась. показала что нифига это не сложно. А достаточно просто, главное, взять темп. Вот. И, в общем-то, у меня больше половины уже готова. Вот кусочек остался, такой самый. А, но что-то мне, короче, во-первых, кажется, что это а, нифига не ландыши. Это что-то другое. Вот. И смотрите, тут хотела вам сказать. А, значит, вот тут по краю идет буковка Z. И вот здесь еще через один идет буковка Z. А Z у нас 13. 13 у меня вот. Вот. И они уже кончаются. Я, короче, как решила? У меня есть еще пятые такие желтенькие вот вот они пятые г и у пятых они вот здесь вот идут на цветочках как капельки вот тут вот и все то есть оставшиеся желтые их девать некуда я в общем решила а, вот эти которые через один пустить эти желтые но а, если я и вот эти уберу вот эти уберу и сюда доставлю. Я не уверена, что желтых мне вот тут вот хватит. Вот тут-то, может быть, хватит, а вот тут вот не знаю. Короче, что посоветуете? Напишите в комментариях, бывало ли у вас так, что из наборов вам чего-то не хватало, каких-то камешков, и что вы с этим делали? Потому что, ну, получается очень странно. Видите, тут идет коричневый, вот эта вот кромка через один, а здесь уже желтый. Ну, смотрится как-то странно. В общем, я бы сделала их все желтыми, но я не уверена, что их хватит. В общем, напишите мне в комментариях, если вы с таким сталкивались, как вы выходили из ситуации, и кто не сталкивался, что бы вы сделали. В общем, вот. Еще по просьбе моих зрителей хотела показать вам наборы вышивок, которые я делала в этом году. <coughs> так как у меня там что-то мелькало в видео. В общем, я покажу. Значит, был у меня вот такой набор. Все наборы от Алисы. Один только подарочный. Я не помню, какой набор. Посмотрим. <coughs> вот, в общем, такой котик. <coughs> Вот он у меня получился. А тут у меня осталось сделать усы, там вот эти все торчащие ниточки. Вот так он готов. Но видите, фона никакого нету. То есть это канва голая. Потом вот такой был котик. Да, тоже. Вот он валяется. Соответственно, осталось дорисовать контуры потому что не видно, где лапки там и прочее, прочее. Вот такой котик. Потом <свес> был у меня еще вот такой котик. Вот. И этот прям, вообще, мне очень понравился. Вообще, вот эта вот серия рисованных а, котиков. Ой. И заметьте, все котики рыжие. <свес> вот. И, в общем, к нему вот такой получился котик. Ну, кстати... На картинке он мне больше нравится, он более насыщенный, а тут он получился какой-то, ну вот как вы видите, он такой получился какой-то красный, а здесь он прям огненно-рыжий. Вот, в общем, вот такой котик тоже осталось только контуром что-то сделать, глазки там, усики и прочее. Вот. Еще мне это было за этот год сделано, ну в основном вот весной-летом. А потом мне просто уже некогда было вышивать, знаете, с работой. Потом мне подружка подарила, это давно еще было, где-то, наверное, году в 2011. Вот такой вот. Это такая большая схема. Не знаю, чей набор. Вот тут, наверное, можно посмотреть. А нет, здесь с кем разработано. А Р, РТО МОС, не знаю, в общем, чей набор. У меня уже этой упаковки, по-моему, не осталось. Вот. И <coughs> котята у меня, значит, получились вот такие вот. Вот. Тоже надо сделать контур, только вот там усики всякие. Ну вот, вот видите, вот то, что красным. Здесь надо черным сделать клубочки, усики туда-сюда. Но что меня остановило? Во-первых, я посмотрела, просто я не привыкла на такой плотный конве вышивать. Я всегда вышивала на более редкой конве, которую потом нужно выдергивать. Вот. Ну, я думаю, кто когда-либо вышивал, вот до наших дней, ну, я имею в виду там на такой редкой конве. Потому что раньше только редкая конва была, ну, как-то потом она стала появляться уже в более новых вариантов. Вот. И раньше нельзя было, ну, какая-то плотная конва, достать ее было сложно. В общем, все вышивали на редкой конве, либо просто на льне. Вот. И мне нравился вот этот процесс, то есть ты конву пришиваешь ну, стежками просто наметываешь на ткань, вышиваешь, потом канву вытаскиваешь, и на ткани у тебя вышивка. Потом ты эту ткань можешь куда хочешь. Хочешь в рамку, хочешь из нее там подушку сделать, ну, к примеру. Вот, а на этой конве мне вот не понравилось, что, допустим, я это все оформлю в рамку. Мне не нравится, что фоном идет конва. То есть мне захотелось сделать какой-то фон, вот, но, например, делать чисто белый фон, покупать белую белое мулине, да, и вышивать просто белый фон мне не хочется. Вот, поэтому он, это, это все лежит и ждет, когда я придумаю какой-то фон. Вот, в общем, тоже, если у кого какие идеи есть по фону, советуйте. Вот, и еще хотела тоже показать, у меня остался вот такой наборчик от Алисы, но что-то он мне не очень нравится. Мне кажется, здесь кот такой уже бывалый, возрастной. В общем-то, мне что-то он не очень нравится. Я даже его в магазине, когда выбирала, ну, как подумала, брать-не брать. В общем, кому нравится, пишите в комментариях, ставьте лайчик. Я буду знать, что вас много. Может быть, мы с вами в следующем году разыграем этого котика в конкурсе. Кто любители вышивать? В общем, пишите в комментариях. Вот так что такой набор на следующий год пока не знаю, что буду вышивать и буду ли вообще. Меня как-то увлекла вот эта мозаика э, алмазная и Насчет вышивки не знаю. Буду ли <laughs> заниматься конкретно прям вот вышивкой нитками. Вот пока что меня вот это увлекает. И, может быть, еще что-нибудь попробую сама заказать там как, какую-то большую. Мне хочется зимний какой-нибудь пейзаж выложить. Вот. Ну, в плане формата, да, вот это маленькая <laughs> мне понравилось. Единственное, конечно, вот с... Этими штучками, которых не хватает. Вот что делать. Не знаю. Советуйте.